Алексей Сергеевич, пару слов о прошедшем матче. Ну, проделав такой длинный путь, конечно, очень обидно уезжать отсюда. Не скажу ни с чем, но без, скажем так, какого-то очкового багажа хотелось бы, да, хотя бы хоть одно очко-то взять. И тем более, что ну, и игра нашей команде, она, скажем так, где-то удалась. Единственный, конечно, момент, не знаю, что происходит у футболистов, у молодых в голове, там, в такие моменты, как ну, с удалением, там, играем 30 минут хорошо, и вдруг минус один. Да и потом, после удаления, все равно играли сегодня хорошо. Я говорю, мне не в чем упрекнуть свою команду. Очень горд ими ребятами, так как они сегодня друг за друга и отрабатывали на поле в моментах, где было где-то им тяжело. Вот. И, в принципе, по содержанию игра достаточно такая была неплохая. И создали достаточно моментов, чтобы забивать. Но сегодня у нас мяч, по крайней мере, точно не лез в ворота. У соперника наоборот. Стандарт получаем в раздевалку и потом еще автогол. Хотя, я говорю, моментов создали много. Но, я говорю, ну так, конечно, действовать безрассудно, конечно, нельзя. И наш игрок просто, ну, скажем так, подвел очень серьезную команду. Вот. А за команду, я говорю, я очень рад. И это было видно же, что болельщиков не обманешь. И наши болельщики, которые приехали нас поддержать, им огромное спасибо. Мы им очень благодарны за поддержку. И они у нас достаточно, ребята, требовательные. И поэтому их тоже не обманешь. Они тоже вряд ли кого-то могут упрекнуть из футболистов за показанную игру и за самоотдачу. Ну и болельщики, я думаю, сахалинские тоже, наверное, я думаю, признали то, что мы как минимум были не хуже. В каких-то моментах, может, и лучше даже. Коллеги, главный тренер команды «Сахалин» Олег Иванович Кокарев. Пару слов о прошедшей игре. Ну, если честно, тяжело говорить что-то после такой игры. То есть, если объективно говорить, качеством игры вообще недоволен. Это наша худшая игра была в этом сезоне. Но результат перекрыл качество. И, в принципе, мы задачу уже выполнили. Но все равно удовлетворения большого нет. Да, выиграли, но еще раз говорю, качество игры было худшее в этом году. То есть у нас и контроль мяча был, и голы мы забиваем. Ну, вот сегодня такая игра, может быть, для, как сказать там, для взбучки, может, и такая игра нужна когда-нибудь. То есть, ну, сейчас хотя бы оковы эти спали с них, и, может быть, раскрепостятся. Но сегодня давлел результат, если честно, потому что эта команда была следом за нами там. И, да, и поэтому игра за 6 очков была. То есть, мы вот пропустили в Обнинске на 93-й минуте там гол необязательный со штрафного. И все, вроде играли хорошо, а проиграли. Сегодня играли неважно, но выиграли. Ну, то есть, поэтому это футбол, всякие игры бывают.